Проект города-спутника Smart City Казань презентовали сегодня президенту Татарстана Рустаму Миниханову в Сингапуре на российско-сингапурском бизнес-форуме. Проект – это результат совместного труда наших и малазийских экспертов. Он станет новой бизнес-площадкой, а также крупным международным центром выставок и конференций. В рамках презентации Рустам Миниханов встретился с потенциальным инвестором, а позже был подписан контракт на выполнение проектных работ. И сегодня же Рустам Миниханов принял участие в межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня. Сопредседатель комиссии, первый вице-премьер России Игорь Шувалов подтвердил, обе стороны нацелены на развитие отношений. Участники обсудили торговлю, экономику и социальную инфраструктуру. По итогам заседания было подписано совместное заявление.